Ну ладно. 24-е. Это рерол. 36. Не открывать сундуки. Вот это уже интересно. Сразу 5. Подожди до стрика. Ой, заново скопировал. Не открывать сундуки. И не заходить в секретки. О, нет, это будет хреново. Мне кажется, или у меня дамаг большой? Да, у меня хороший дамаг. Я чуть его не открыл, ну вы видели, да? Я чуть было его не открыл. Это было близко. Я уже открыл сундук? Я открыл сундук? Правда? Мне это на автомате происходит. Я открывал сундук? Которого выпала тринка. Окей, тогда. Окей, окей. Нет? Так все-таки я открывал сундук. Тринка с комнаты выпала. Серый сундук. Чатик что-то сам не понимает. Открыл. Окей, открывал все. Добавляем условия. 27. Брать не более одного артефакта за этаж. Действует со следующего этажа, потому что. Ну вы понимаете, да? Если условие относится к этажу, то будет действовать со следующего этажа. Потому что я не мог знать это заранее, да? Я думаю, вы согласны. О, я придумал. Короче, смотрите. Изначально у нас три условия. И они накапливаются за наказание. Наказания накапливаются, и если наказаний становится много, то я типа сливаюсь. Один этаж.
Три наказания слился. Что-то не знаю, мало. Можно еще одно наказание себе сделать. В смысле, это самое. Так, насчет одного артефакта. Сейчас оно не действует. Только со следующего этажа. Фу, я могу возвращаться от боссов. Максимум активных. Вот это я не знаю пока что. Посмотрим. Посмотрим. 6, может быть. Может, 7. Давайте оставим эту штуку. Говорю, что не знаю. Бейби. Это был сундук! Это все у меня на автоматизме просто происходит. Я даже не понимаю. Ладно. 9. Иметь не больше 15 монет. Зато что в этом сундуке лежало? Очень полезная тринька лежала. Не больше 15 монет, окей. Это Супермен, это самолет, это сундук. Не, знаете, это того стоило. У меня появилась очень полезная тринька. Только это все разбивается обсидированность триник, что... Я же могу открывать? Окей, это бесполезно. Шесть уже все? Да мне кажется, 6 достаточно. Вот 7 уже как-то хз. Так, в секретки не заходим. Без сундуков, без секреток, один артефакт на этаж, без 15 монет. Это то, что хорошо. Я могу в сделку зайти! Окей, это говно. Которое я никогда не возьму. В смысле, как единственный предмет на этаже, я это не возьму. Это того не стоит. Второй? А первый какой был? Я не брал варту золотой. Почему пикапы брать нельзя? Можно. Пикапы можно брать. Сундуки нельзя открывать.
Золотой бы пробел, но так я же его не тронул. Я же его не подбирал. Опять пробел, серьезно? Ну ладно, с босса возьму просто. Мне как-то пофиг. Так и тянет в секретку зайти. Мне хочется условия не тушить костры, вот это интересно. Очень даже. Я хочу в секретку, вот она здесь, вот она, вот она. Смотрите, вот он. Я туда хочу, но не могу. Мне, в принципе, предметы вообще не нужны. Я одной синей мухой пройду всю игру. Я же могу возвращаться, да? Да, могу. Фух. Emperor. За этот этаж я еще ничего не взял. Чуть не открыл сундук. Вспомнил. Минус деньги. Погодите. Почему он такие, это самое, полуактивированные ставит? Это функция Майнкрафтера? Чё там на боссе? Чё-то бесполезное, да? А, рейндж. Знаете, что я сделаю? Я не возьму его. Потому что я возьму фанни-пак. Вторая секретка. Точнее, первая. Нет ничего хуже знать, где секретки, но не идти туда. Потому что нельзя. Блин, вот не надо было брать половинку сердца. Я еще подумал, блин. Не смогу. По-моему, это баг, что бочки такие спавнятся, странные, разломанные уже наполовину. Они как будто ломаются от чего-то.
Это не то, что нужно сделать. Давайте-ка вот это взорвем. Понятно. Да. Увеличит. Только BFF, в смысле. Может ее увеличить. Секретка, в которую я не зайду. Я и так знаю, где они находятся. Отстаньте от с этими секретками. Игра знает, как патрулировать. Если с босса какое-то говно выпадет, я зайду в проклятую. Да ничего себе у тебя десантники. Тебе нормально вообще? Это хороший предмет. Тролль-бомба, тролль-ключ, тролль-монеты и тролль-сокровищница. А чё за тролль-ключ? Не на этаже, они не на этаже есть. Они не на этаже. Например, ошибка тоже не на этаже. Я не знаю пока что, брать все статы или не брать. В принципе, прикольно, но... Может быть, что-то лучше. Ключ, который бомбой вытащить не мог. А! Это. Ничего себе. Вы это запомнили? Охренеть. Не надо. Чуть не открыл сундук. Я помню. Представляете? Похвалите меня, я помню. О! Видите, мидбоя можно и не брать было.
11 этажа, 1 сделки. А, ну в этом плане не. В смысле, блин. Сложно, забей. Не-не, для этого условия все-таки не то. Это я про условия заканчивать этаж, когда встречаешься. С боссом. Точнее, с комнатой босса. У меня статы ужасные. Мне не нужны демошапы, мне нужно что-то более действенное. Была ставка. Я надеялся найти полет. Честно. Я добровольно это сделал. Я осознанно пошел на этот шаг. Это как слить ХП и не получить ничего взамен. Отмена одного. Все запланировано! Все запланировано! Я отменяю! Одно условие. И это условие. Какое? Про секретки. Или про сундуки. Давайте я сундуки отменяю сундуки. Какой я молодец. Да, я сломал сундук, чтобы оказалось, что я могу ломать сундуки. В смысле открывать. О, это прикольно. Многоходовочка. Это надо английскими словами, ой, буквами писать еще. Много уход. У меня тут тролль-комната. Я в нее четвертый раз захожу. Ой. Ой, сам себя взорвал в итоге. Не стоит делать так больше. Я, наверное, возьму все статы. Потому что то, чем я дамажу, совершенно не важно, сколько у меня дамаг. А так, смотрите, как у меня статы повысились. Да, это намного лучше. Это очень редкий случай, когда действительно лучше взять какую-то фигню вместо демешапа.
Я могу открывать сундуки. Глотай бочку. Я сказал, глотай бочку. У него звук появился. Проглатывание бомбы. Прикольно. Играть с условиями? Ну, забавненько. Что это за тупой вопрос, а? Разве я буду делать то, что мне не нравится? Без секреток, без секреток. Надо было взрывать и роу-машину тоже. Потому что сердечко. Окей. Я могу открывать сундуки. Йоло! Я не могу выйти в секретки. Еще хорошо бы слить все монеты, пока могу, чтобы не произошло, как в прошлый раз. Пошли, купим за 5 монет, что там можно. Сердце. Нету сердца. Кем? Ай. Все, я без денег. А помните, когда мимиков почти не отличить было? Ай. Что мне тут дропнуло? Фаннипак у меня. Хватит дамажиться. Не, продающиеся пилюли не надо жрать. Те, что просто падают. А это действует? Окей. Вау, часы полезные. Вау, часы реально спасли мою шкуру сейчас.
За все то время, пока я играю в Айзека, часы меня реально впервые выучили. Вау. Поворот не считается. Это предмет, который нужно взять обязательно. Иначе не получится забега. Это как стартовая, это можно сказать. Короче, он не считается. И что это за пилюлька? А, тут шипы вылезают. Это типа расчет на зазевавшихся. Забавненько. Очень забавненько. Секретки нельзя. Ух, ё. Наконец-то я повстречал этого босса. Часы. Повстречал этого босса в обычном забеге, а не сломанном имбовом каком-то. Но нет, у меня есть часы. Часы прекратили свое действие? Они на время, оказывается, действуют. Часы действуют на время. Так, тихо. Капец, он жесткий. Я не умею против него сражаться абсолютно. Минус сделка. Так, я на этом... Это тоже секретка. Да, часы не на полную. Так. Я могу это взять. Тринка в виде сердца может помочь. Если бы она не сбивала сделку. Пока не кончится синие сердца. Но из-за нее просто сделка сбивается. Ничего хорошего она не дает. Это не секретка? Как-то это не секретка, если это секретка. Ретро-секретка, она так и называется. Нихрена себе. Ни хрена себе, ренталки. Минус сделка. Охренеть, вот эта комната. Что за говно? Видишь, полароид? Значит, до сундука. Почему какашки тогда разбились, когда я зашел в комнату? Это молния, что ли, их так дамажит? Чё за имба? Нихрена себе. Электричество. Я возьму. Хотя нет, я не буду брать. Часы больше помогут. Потому что, ну сколько у меня этажей осталось? Два. Она мне максимум 3 хп даст.
И одно уже давай. А часы могут спасти множество жизней мне. Уже сейчас спасают. И ангел, как назло, открылся. Да, я думал насчет этого. Если ты не взял, то можно взять на следующем этаже 2. Но это слишком имбово в начальных этапах. Первые 4 этажа можно пройти, вообще не подбирая ничего. Это удаляет условия напрочь. Бамба. Я подумаю на этот счет. Не спешим. Вау, глаз Кайна помогает, реально помогает. Как же этот Тринка тащит такими предметами. Просто вау. Какими предметы появились в Айзеке? Нет, никогда не думал. Я вообще презираю всех, кто делает моды. Это значит, что им не интересна игра, которую сделали изначально. Больно. Надо будет часы использовать. Да камон, надо было часы использовать снова. Наигрались, знаю я этих, наигрались они. Модов обычно хотят те, кто даже, блин, не играл толком. Те, у кого даже, блин, мозга не хватает понять, насколько игра хороша. И рук тоже. Ну, вообще-то, контент антиберса завезли. Ты не заметил? Костяное сердце по механике
Очень похоже на вечное сердце из Антиберса. Сундук из Антиберса. Персонаж вообще-то особенный, да. Не, что-то у него там было. Не особенное, как из Антиберса. Книга мертвых — это книга Беттани из Антиберса. Че еще? Что-то еще было. Комнаты. Комнаты из Антиберса. Враги из Антиберса. Так что, блин, не знаю, в чем причина твоего негодования. Контент из Антиберса действительно залили. Вот, блин, козлина. Персонаж из Самуэля вообще, который к Антиберсу не имеет отношения. Механика кости, это механика меча. Он там раскачивался. Кость может бить. Это просто измененный палец. Самое приятное в пятом бустере — это не предметы все-таки. И не контент, а исправление багов. Очень много фиксов. Катастрофически много фиксов. Улучшение игры вообще в целом.